А это такое за потеркушки. Держим. Рули давай. Сколько тебе лет-то? 18. Ага. Исполнилось-то. А вот это, значит, наша самая спидозная лошадь. Так, это шоу? А Сенька с брекетами? Настюля. Ну, сейчас за решетку снимем. Не так, это не на решетке. Что ты делаешь, Сеня, дебил? Там кобыла. Тут какая-то лошадь. Что смотреть? На руке видишь. Что там? Ой, боже. Все, это мне сейчас выкарать кожу. Хорошо. Смотри, как он серое. Делаю. Конь даже не хочет валяться, а пилки недостаточно чистые. Еще что тебе? Он стоит минус. Лежать. Грязно. Зонт, лежать. Грязно. Что грязно? Лежать, лежать, сидеть. Ух ты. Как обычно. Бессурмен кормушку разбирал ногами. Придурок. Теперь твоя лошадь достаточно грязная. Отлично. Зато в московских опилках. Ага. Привезем домой такие, смотрите, у нас московские. Даже в ушах. Даже в ноздрях. Он его вдыхает. Засранец ты, Зон, засранец, ты это понимаешь? Можем немножко? Да. Внимание, ведем прямой репортаж с места события. Черемоша, нет гвоздей в подковье. Нет гвоздей совсем нет? Почти нет. Он, по-моему, ее помял. Да, что-то ее как-то выгнуло. Что вы можете сказать об этом происшествии? Уйди. Ладно. Ну вот. Стоит. Сеня, так. Идем. Лучше бы ты ее посадила. Глупая. Ее посадить надо сюда. Она не сядет. А почему она сядет? Ты скажи, сидеть. Сидеть. Посади свою жепу. Держи, Сеня, рулет. Иди сюда. Все, сидеть. Ты тупая. Давай, я сниму, как ты катаешься. Давай. И замедленная съемка. Как ты падаешь? Давай. Неплохо. Я вовремя приблизил. Давай. Руки грязные. Ну, блин, бывает. Давай. А типа... Че, типа я тебя везу? Подожди. Ты не боишься, что ты же слишком жирным, порвем ее? Ты встаешь криво, смотри, как надо. А так? Да убери свои тяпки от себя. Ой, Стина, прости. Уйди! Вот и едешь, понимаешь? Сеня, стой! Не могу, я еду куда-то. Как ты грохнулся? Давай. Он тебе зря его полоскал, чем грязнее стал. Ну да, он снизу был весь в дерьме, я думал, сверху тоже получше станет. Внимание, видео прямой репортаж не сто самый тик. Ксения Кузнецова учится кататься на скейте. Ты придурок? Подтолкни, плиз. Ты переднюю ногу поставь поближе. Вот так, да. Мама! Я сейчас не громко, сейчас сделаю что-то другое.
Башку разобьешь себе. Да, именно так. Что-то другое. Ну, отлично. О, да! Жизнь удалась. Отлично. Не успел. Отошел? Так, убери вот это лоза. Ну, блин, даже не знаю, почему ты не умеешь. Тина, пойдем мыть тебя, ты грязная. Тина. Алло. Ой, ну пипец. Куда-то. Давай, Тина. Сейчас у меня ноги в сторону упала. Хватайся за черемошей и едь. Если я схвачусь за черемошей, поедет не только я. Поедет не только я, когда ты отлично знаешь русский язык. А еще и не поверю. Давай я, может, закончу уже. Это кажется, что научился кататься. Да, классно еду. Пока. Там олень. Ой-ой, это грохнуло. Всякие кочки. Тут кросс какая-то. Вот там. Ептить. Уже ноги болят. Я тут прыгаю через барьеры. Это наш очень классный номер. Это наш телевизор. Это наш очень красиво открывающийся холодильник. Там лежит колбаса. И все, больше там ничего не может лежать. Паштет еще. Так, это стул, сосиски. Эльвира Олеговна. Моя раскладушка. Ванная, туалет. Душ, который не работает 100%. Хрена работает. Ну блин, все, зачет этому номеру. Миска тяжелая. Тут чемоданы. Опять Тина. И шкафчик с вешалками, которые невозможно спереть. Все. А? Нет, давайте вы не будете драться, ты уже ела. Так, ушла отсюда, кыш. Так, ах ты засранка какая. На. Ладно, на. Ой. Иди сюда. Сейчас я тебя покормлю попозже. Ням-ням. Мы шагаем. Ты видел, как я тебе шоколадку? Очень смешно. Мы шагаем по ночной Москве. На самом деле мы катали в городе, вот мы и только еще идем. Я заработал 2,5 шоколадки, Аленка. Короче, а раньше не заработала. Иди взад. Мы шагаем по ночной Битце. Потому что очень стрёмно, и не хочется на таком зашарахе кататься. Ага. И, короче, что мы шагаем-то? Просто идем такие, ха-ха. Идем на ночную Битце катать. Точно. Так вот, что я вам хочу сказать. Я прыгала на своей охлебетине. Спасибо, Сеня. Сеня очень добрый, дал мне шоколадку. Аленка, спонсор нашего показа. Они теперь должны бабки запошлять. Точно. Так вот, что мы шагаем-то? Потому что наши охлебетины завтра наши убьют, если мы на них не пошагаем. Так вот. А, сейчас мы будем шагать, и на нас нападет битцевский маньяк. Сеня, ты дебил.
Нет. Я на Оскаре шагаю в Российской империи. Всем все равно. Сеня шагает в каком-то Веридусе. А, повезти же. Фу, говно какое-то. Фу, Сеня, фу. И сейчас мы пойдем вон там везде. Ходи. А там олени. Я их кормила. Они, кстати, очень хорошо яблоки жрут. Так что кормите их только яблоками. Потому что больше они ничего не жрут. Кстати, у меня оригинальный синий перец. 27 гривен. Сколько? 27. Синий пенни. Да. Ару. Где ты его купил? Помнишь, где аура находится? Ну да. Я даже не знаю, где. Что такое аура? В Ярославле, в ауре, в Фликсибере. Приходите все только туда. Там очень большой выбор склейков. И круизы, и пенни. Пенни. Че тару? Так, а ты-то куда? Это не говно, это дырка, я тебе скажу. Зонт испугался дыры, потому что он сам такая же дыра, да, Зонт? Ты чувствуешь, когда Сеня слился с травой? Да, красный футболки, один в один. Так, ну, в камере-то ты черный, извините, как, за нацизм. Как бы темно. Ну, как бы, да, как бы ночь. Извиняюсь. А вон там самолетик. О, видите, бегает, это самолет. Я, конечно, понимаю, что вам ни хрена не видно, но мы идем ночью под мостом с черными конями. Там Сенька Быков. И они, короче, побоялись тут идти. Потому что, типа, как страшно. А вон там дыра. Я не понимаю, я сейчас иду с конем в поводу, все замечательно, просто зашибись. Видимо, он ему насрать то, что сожрут меня, а не его, и как бы зашибись. А теперь мне надо на него сесть. Днем бы он бы сфокусировал, а так он не хо. Так он просто окно приближает, свет и все. А тебя? Сейчас будет два... Сеня, Сеня! Зонт чуть... С этим глазом не видел. Врезался в моего коня, ок. Только что чуть Сеня не высадила его троеборная лошадь. А, я вообще-то умею. Насрать. Вообще-то он прыгает, но так-то он войсковый. Так-то на нем раньше выездки занимались. Ой, охренеть, войсковый. Это все равно, что сказать, что Оскар скачки. Короче, сейчас прик в том, что взлетели утки вот с этого вот канавы. Вот с этой канавы. Они вот с этой канавы взлетели. Да понятно, они с канавы улетели, аж вода затряслась. Так, все, не спорь со мной. Так вот, и зонт напугался и поскакал, короче, ну, на месте. И испугал мою лошадь. Да, нет бы сказать, что твоя лошадь испугалась. Он испугал, он бы не испугался каких-то птиц. У наших ног сейчас вся битца. Точнее, мы у нее сейчас под ногами будем. Мы шагаем под битву песку. О, господи. Это как это, смотрите, это бетовская ложа. Да, да, да. А почему моя камера ни хрена не видит? Наверное, потому что она закрыта. А понятно, там вообще-то огоньки, ты тупая или да? Я вообще не понимаю, что происходит, какого хрена она ничего не видит. А почему она огоньки не видит? Ну потому что как бы эта камера не человек. А, она закрыта реально. Да. Короче, сейчас я биться у наших копыт. А мы идем в каком-то лесу. Шагаем в забор, все будет биться в наших копыт. Наши лошади не могли перейти через кустики. Отстань, а! У нас же конкурный, блин, да, походу, битцевский маньяк. Но если что, мы ускачем от него. Ёпты, какая-то грязь. Блин, у меня тут ластуля скакал. Вот здесь вот, в этих кустах. Да, Сеня, прекрати, пожалуйста. Сеня, тихо. Сеня, ты тупой? Ой, Быков, ты придурок. Ё-моё, ты что, человека испугался? Животное. Ой, твой-то горячий жеребец. Это Оскар. Правда, вам его не видно, но и все равно. Это как бы небочко. Ну и как бы все, Москва, все. Мы еще, наверное, попремся в магазин. Да, понятно, а что мы сделали? Я заработал себе еще шоколадку, она опять ничего не заработала. Ой, отстань. Понятно, у моего коня политрам-то круче, чем у тебя. А у меня Российская империя. Нахер, Сеня, не ругайся.
И чё? Давай, это тут. Лиза, какой здесь рядом аэропорт? Лиза, ты глупая? Давайте соберем деньги на лечение. Елизавета Киселева, 17 годиков. Лиза, какой здесь рядом аэропорт? Какой аэропорт рядом? Алло, спидозная. Я не слышу. Какой рядом аэропорт? Шереметьево рядом с планерной. Да ладно. Значит, Домодедово, не знаю. А может, какой-нибудь там это, как нет, оно? Точно не. Внуково, может. Внуково, да, вот. Сейчас бы не сфокусироваться при приближении. Давайте потолкаю. Нет, спасибо. Тебе надо туда идти, вот вниз. А, да, из горочки, да? Нет, там вниз.